витископ. Она великая теннисистка, у нее уже там 16 турниров большого шлема уже. Она как бы уже есть такое давление, как бы даже перед выходом на корт, можно сказать. Конечно же, она очень играет очень сильно и очень мощно, то есть она уже знает свои стороны, сильные, слабые, она их постоянно как бы защищает, поэтому очень сложно с ней играть, потому что у нее очень много опыта, и думаю, что когда ты с ней играешь, можно у нее очень много научиться и очень много вынести для себя. Стиль, он выработался как-то сам, потому что у меня нету такой силы, я думаю, как у нее. Она очень играет мощно, у нее как бы и такие телосложения такое, что ей как бы уже там не побегаешь много, поэтому играет, у нее такой есть и стиль. У меня немножко другой стиль, потому что я как бы люблю бегать и могу также сыграть, но не так, конечно же, мощно, как она. И то есть как-то выработался сам собой, и я всегда стараюсь разыгрывать какие-то комбинации, больше думать, как, где что-то разыграть. Думаю, что для меня это очень важно, что именно разыгрывать комбинации какие-то. Всегда это было таким немножко сложным, потому что в детстве это очень сложно было воспроизвести, потому что еще нету такой уверенности в игре. Сейчас уже это присутствует, и, конечно же, это намного легче, но также и соперники сильнее, они тоже играют, тоже мощно могут где-то разыграть розыгрыш. То есть разные соперники, разный подход, и я стараюсь как бы придерживаться своего. Витископ. Спортивное видео.